На выставках передвижников Иван Николаевич Крамской чаще всего представлял мужские портреты, довольно сдержанные по цвету и композиции, но тщательные по рисунку и светотеневой моделировке. В основном это были деятели культуры, которые изображались подчеркнуто просто. Лев Николаевич Толстой в своей рабочей рубахе, Николай Алексеевич Некрасов и Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, застегнутых на все пуговицы в сюртуках. Художник осознавал, что век фотографии портрет скорее становился документальным свидетельством и закреплял исторический облик персонажа. Всевозможные эффекты и личностное «я» живописца отступало на второй план. Наверное, поэтому картина «Неизвестная» воспринимается в творчестве художника как одна из самых странных и противоречащих избранному им направлению. Однако она же, пожалуй, самая узнаваемая из всех произведений Крамского. С картины было сделано огромное количество литографий, ее не раз печатали в качестве иллюстрации в различных журналах. Многокрасочный сияющий портрет написан с огромной любовью к героине. Можно сказать, что до его появления в русском изобразительном искусстве не было более прекрасного и загадочного женского образа. На холсте предстает безупречно одетая горожанка, горделиво восседающая в открытой коляске. Ей не откажешь в красоте. Классически правильные черты лица дополняются едва заметными восточными. Южную кровь выдают черные широкие брови и нос с горбинкой. Девушка преисполнена шарма и величавости. Она, будто царица, возвышается в своей повозке над замерзшим городом. Наряд ее соответствует последним веяниям моды. Шляпа Франциск, украшенная страусиным пером. Шведские перчатки, сшитые из лучшей кожи, пальто, скобелев, оттороченное соболями синими лентами, роскошная муфта. Каждая деталь костюма призвана подчеркнуть элегантность владелицы. Очень выразительно передана фактура материала, мягкий блеск бархата, приглушенное сверкание атласа, густой ворс меха. Но самое главное, что притягивает к себе внимание на этом портрете – глаза незнакомки. С одной стороны, они выражают надменность, а с другой – легкую грусть, доверчивость и даже простодушие. Внешне готовая к отпору и обороне, она удивительно ранима в душе. Это поразительный контраст задевает за живое. Даже название картины намекает на то, что перед нами предстает не настоящее лицо героини, а всего лишь маска. В качестве фона выбран зимний городской пейзаж. Нейтральный и спокойный, он не отвлекает зрителя от девушки. Окутанные розоватой дымкой дома, цвета слоновой кости неба. Окружение очень деликатное, ненавязчивое. Свет на картине также весьма ровный и почти невыразительный. Нет ярких бликов или явно выраженной тени. Когда полотно было представлено на выставке передвижников в Петербурге, по залу прокатилась волна возмущенного шепота. Казалось бы, чем может смутить зрителя этот портрет? Но знатоки тогдашних нравов сошлись во мнении, что на картине отнюдь не знатная дама, или, как выражались в то время, дама полусвета. Критик Владимир Васильевич Стасов дал картине собственное, саркастичное название «Кокотка в коляске». Даже Третьяков и тот воздержался от приобретения картины. В фонд музея она поступила лишь в 1925 году, побывав до этого в нескольких частных коллекциях, в том числе и за границей. С
Сегодня картина Крамского приобрела поэтический ореол. К сожалению, сам автор не оставил ни в своих дневниках, ни в многочисленных письмах никаких сведений по поводу того, что за дама в действительности изображена на портрете. Предполагается, что она была лишь выдумкой художника. Высказывалась также догадка, будто таинственная незнакомка – это Анна Каренина, героиня одноименного романа Льва Николаевича Толстого. Над этим произведением писатель трудился в то время, когда Крамской создавал его портрет. Первые читатели отмечали также поразительное сходство с Иваном Николаевичем, фигурирующего в романе художника Михайлова. Вполне вероятно, что оба великих мастера во время совместной работы внимательно изучали друг друга.